31 июля, 4:30 утра, на улице тепло, не как в прошлые выходные, сейчас плюс 17 где-то, иду в шортах, комфортно. Ну все, старушка на воде, отчаливаем. Игорек меня сегодня опередил, вон он уже ловит рыбу, на полчасика пораньше где-то пришел. Он на неделе ловил щуку, пробовал. Говорит, как тухловато она клюет. Поэтому я еще с собой мормышку взял. Чтобы утро зря не проводить. Купил кучу блесен. Сегодня буду пробовать. Первый заброс на воблера. Поехали. Ага, есть поклевочка. Куда в кувшинке? Ла, небольшая, прямо из кувшинки выскочила. Вот разловил одну блеснушку. Сейчас покажу вам, блесна мне очень понравилась. Интересное исполнение. Я переживал то, что тройник только на хвосте. А щука чаще всего хватает за середину, да вообще любая рыба. И я думал то, что будет плохо засекать. Ну вот первая поклевка реализована и заглотила прям очень хорошо. Так, сейчас... испытаем захват еще. Купил захват. Никогда не пользовался раньше такими вещами. Очень удобно. А блесна такого плана. Колебалочка интересная такая. Ну что, 20 минут рыбалки. Первая поклевка. Вы видели, да? Не догнала чуть-чуть. Выпрыгнула за блесной прям. Сегодня очень активная плотва, судя по всплескам. Поэтому я сейчас настроил мормышку, зарядил якоря. И сейчас буду ловить плотву. Вариантов то, что она не будет ловиться, просто нет. Для чистоты эксперимента время 5:59. Тут, наверное, плохо видно. 5:59. 6:00. Садок практически пустой. Один карандашик. И приступаю к ловле. Вот, уже покрупнее.
Хорошенькая плотвичка. Ага, вот это классно. Вот это очень хорошее. Вот это вообще здоровое. Так, 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 давай, 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 покажись хоть. Не хочет наверх подниматься. Вообще не хочет. Ну, давай. Блестит, но наверх не идет. Давай, давай. А! Не сдается. Вот это плотва. Вот это плотва. Всем плотвам плотва. Не рекорд, конечно. Но очень достойная. Смотрите, какая. Я даже сейчас ее взвешу. Не меньше 400 грамм. Так, обнуляем. Ноль. Триста девяносто пять. Ну, чуть-чуть я ошибся. Вот такая вот плотвичка. Ха-ха. От щуки ушла. Вся поцарапанная вон. Хвост откусанный. А от меня не ушла. Да, тяпнул ее знатно. Просто поролон. Больше ничего. Сегодня вел непрерывную съемку. Два аккумулятора на GoPro уже сели. Тут все схвачено. Зарядничек на два аккумулятора. Powerbank. И заряжаем прямо в лодочке. Thank you.
Хорошенькая. Сама отцепилась в лодке. Ну вот какая плотвичка. Достойная. Есть контакт. Самая тараношная. Ух, ё-моё, ушла. Так неплохая была. Игорёк, как успехи? Как успехи? Я плотву ловлю. Игорёк говорит, одна большая у него сошла щука. Он на спиннинг кидает. Вот примерно в этом месте, где я ловлю сейчас. И две маленьких поймал. Но щука тоже по берегу плескается довольно-таки хорошо. Вон еще какой-то спиннингист. Слышимость на реке хорошая. Все думают, что я шизофреник, сам с собой разговариваю в лодке. Дядька на спиннинг поймал хорошую щучку. Вот это хорошая! Ну да, блядь. Я думал, маленькая, что шла так ель-ель, блядь. Ну, нахуй, вот на берег. Конечно! 100%. На резину, да? А? На резину? Ага, бля, что-то я на воблер с утра ходил, ни хуя, блядь, вообще. Ну что, время 7:26. Плотвы немножко поймал. Теперь продолжаем пробовать ловить щуку. Так, вот такой шнурочек попался маленький. Отпускаем его.